Итак, мы с вами продолжаем экзегетический обзор учительных книг Ветхого Завета. И на этой лекции мы завершаем рассмотрение книги Иова, одной из глубочайших книг Священного Писания, в которой царь Соломон изложил в сущности и вероучение, и нравоучение, и учение о последних временах, и о воскресении мертвых, и о Мессии, учение, содержавшееся в ветхозаветной общиной спасения. Он не изложил это, как мы привыкли видеть, в виде учебника, но в виде бесед и разрешения какого-то ключевого, узлового события. Ведь вторая из книг подобного рода, «Экклесиаст», она изложит как бы отражающее зеркало вторую часть проблем, связанных со всеми этими богословскими мыслями и воззрениями. Но пока что мы завершаем рассмотрение книги Иова. После трех циклов бесед, когда в сущности все возражения были друзьями Иова высказаны, когда ими были высказаны все их мысли о том, почему человек страдает, каково отношение Бога к человеку, как человеку нужно к Богу относиться, какова природа человека и что же делать Иову в этой ситуации. После всего этого, после всего того, что отвечал Иов им, дальше начинаются его речи. И в этих речах он повторяет все, что было им сказано, но уже в более поэтическом виде. Он подводит некий итог всем этим беседам. Он подводит итог размышления о том, почему он страдает и как ему от этих страданий избавиться. Речи Иова закончились в 31 главе, и тут на сцену выступает некий Элиуй, спутник, самый младший в этой группе друзей Иова, который не считал для себя приличным выступать, когда говорят старшие. И вот что он говорит. «Воспылал гнев Элиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». То есть Элиуй видит неправоту и одного, и других. Неправоту, как это ему казалось, исходя из его богословских и, в сущности, жизненных представлений. Когда Элиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его, когда же Элиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И он сказал: «Вы старцы, поэтому я робел и боялся объявить вам свое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дают ему разумение». Мысль очень необычная для традиционных обществ. Мудрость не от возраста, как это шло от веков, когда до старости доживали только самые умные, мудрые и хитрые. Когда средний возраст человека был 40 лет жизненный, средняя продолжительность жизни. Человек, который доживал до седин, он для всех означал, что это человек мудрый, раз ему удалось выжить. Не жить, а выжить, поскольку в древнем мире жизнь была постоянным выживанием. Но Элиуй говорит, мудрость не от этого. Бог дает мудрость, не старость. Немноголетние только мудрые, и не старики разумеют правды. Вот я ожидал слов ваших, слушался в суждения ваши,
«Доколе вы придумывали, что сказать?» Довольно жестко он отвечает старшим, но за этой жесткостью правда. «Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек». И дальше, сказав в общих чертах, почему он не приемлет ни позиции Иова, ни возражений его друзей, Илиуй обращается к Иову. Обращается он к Иову с обвинениями, но отнюдь не того свойства, которое выдвигали его друзья. «Вот в том ты не прав, отвечаю я тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Как ты можешь судить промысел Божий? Никак. Казалось бы, то же самое, почти что то же самое говорили старшие друзья Иова, но именно почти что. Они говорили о том, что этот мир вообще непознаваем, и смысл его непонятен. Ты только знаешь, что должен быть праведен, а если тебе плохо, значит, кайся. Илиуй говорит, что в принципе Божий промысел человек не может знать. Не то, чтобы он недоступен ему, но не потому, что человек не может его понять, а потому, что Бог сам устраивает все, что необходимо для человека. Мы пользуемся в данном случае выражениями, привычными нам из наших учебников, из наших догматических, нравоучительных изложений. Но самый смысл здесь тот же, но облекается в восточную речь, часто очень образную и насыщенную сравнениями и отсылками к реальным личностям, событиям и персонажам. И дальше он говорит, что не просто так. Бог вот сделал что-то, и человек не понимает. Бог всегда печется о человеке, и поэтому он всегда, желая его спасения, он не говорит такие высокие слова Илиуй, но смысл такой. Желая добра человеку, он не наказывает его, тем более не наказывает сразу же. Он пытается как-то ему помочь. И если человек не слышит этого, не хочет исправиться, то он сам виноват в своих бедах. Не потому, что Бог плох, не потому, что Бог делает нечто непонятное, не потому, что человек получает исключительно, что сделал, то и получил. Но потому что человек иногда бывает просто глух к Богу, который постоянно говорит с человеком. И в отличие от Иова, и в отличие от его друзей, для которых Бог был бесконечно далек от мира, Илиуй говорит, что Бог постоянно общается с людьми, но только люди не хотят его слышать. И поэтому сами виноваты в своих бедствиях. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Притом речь не идет о том, что человек идет и где-то в поле услышит голос Божий. Бог говорит и через события, и через людей, через многое что. Каждый из нас в жизни слышит это обращение Бога к нам в очень разных моментах нашей жизни. И чем они сложнее, чем они более решительные, решающие для нас, тем явственен этот более голос Божий для каждого из нас. Но человек, бывает, не слышит или просто отвергает это слышание, на уровне подсознания отказываясь слышать, чтобы ничего в этой своей жизни не менять. Но так не говорит, конечно, Илиуй. Он просто констатирует факт. Это восточный человек, древний человек, который не входит в глубины человеческой души и следствия движений душевных, но излагает все, как оно есть, как оно ему видится. Как он видит, так и говорит. Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, он тогда открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. То есть здесь он говорит то, что мы знаем из Нового Завета. Бог любит мир, и Бог настолько любит человека, что и ищет спасение человека. Притом не только его вечного спасения, но и здесь, в этой жизни. Он хочет, чтобы человек радовался
был счастлив в том мире, который для этого человека и создан. Он выражает это простыми словами, чтобы спасти душу человека, имеется в виду жизнь человека, от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Человек создан для радости в Боге, и тут предощущение этой радости он получает еще в этой земной жизни. И Бог хочет, чтобы человек этому был рад. Но человек, как сказано, и по гордости, и по другим своим качествам, он ищет чего-то другого, но Бог предупреждает, чтобы он не погиб. Но человек, бывает, не слышит и этого явного к нему обращения. Когда такого тонкого Слова Божия недостаточно, того, что мы слышали в книге «Царств» голоса Божия Илие Пророку в веянии тихого ветра, он обращается и вразумляет человека по-другому. Или же он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. То есть он говорит, беды человека, болезни, да, Бог попускает их, но не для того, чтобы его наказать, как преступника, а для того, чтобы его исправить. Это то, что мы в нравственном богословии видим, что отцов видим, которые говорят, что не для того Бог человека наказывает, чтобы как преступник просто получил свое воздаяние за то, что он сделал, а для того, чтобы исправить. Потому что грех – это не преступление закона, грех – это болезнь, которая есть в человеке. И ее можно исправить. И болезнь для исправления. То есть нету некого закона, как явление некой силы, которая тяготеет и над людьми, и над самим Богом, потому что по справедливости тогда должен Бог был бы поступать так, как велит некий закон. И тем самым эта некая сила была бы над самим бы Богом. Последствием подобной мысли и является сама мысль об искуплении человека как жертвы в силу закона, в силу законной необходимости, возмездия за грех и утоления ярости Божьей. Но это будет потом, а сейчас в самых простых словах Илия говорит, Бог посылает болезни и остальные наказания для того, чтобы человек одумался, не для того, чтобы просто его наказать. Душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. И дальше говорит, есть у него ангел-наставник, чтобы показать человеку прямой путь его. Здесь мы впервые видим учение ветхозаветное об ангелах, ведь мы кратко видели рассыпанные упоминания о них и в книгах законоположительных, увидели упоминания и в пророческих книгах, и в исторических. А здесь мы встречаем указание на существование этого ангела-хранителя. Он один из многих, сказано, один из тысячи, поскольку у каждого свой есть ангел-хранитель. И вот он должен показать человеку прямой путь его. Подсказывает, и ангел Господень подсказывает человеку ангел-хранитель. И если человек слышит этот голос, вот тогда Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. То есть не юридический взгляд на грех, как у друзей Иова здесь присутствует, а взгляд на грех, как на некую болезнь, исцеление которое хочет сам Бог, и поэтому и посылает человеку бедствие, чтобы тот исцелился от своего греха. Вот, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Очевидно, Иов хотел что-то возразить, так же, как он возражал своим друзьям, но Елеуй не дает ему это сделать и продолжает свою речь. Вот Иов сказал, я прав, но Бог лишил меня суда. То есть он так кратко пересказывает мысль Иова. И дальше он продолжает, что Иов сказал. Иов сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу.
Итак, послушайте меня. «Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним, а по путям мужа воздает ему. Кто, кроме Его, промышляет о земле?» Да, и дальше он объясняет. Да, действительно, Бог печется о человеке. И поступает Он не в силу какой-то внешней необходимости исполнить какой-то закон, а исключительно из любви к человеку, из желания дать человеку то, чего у него нету, его дать радости в этой жизни, которую человек сам часто эту радость уничтожает и в себе, и в остальных людях. И дальше он объясняет это на самых разных примерах. Что не только он заботится, Бог заботится, да, об отдельных людях, он заботится даже о целых народах, потому что это и есть божественное попечение о человеке и о человечестве. И он говорит, что это может быть даже и для одного человека, чтобы не тарствовал лицемер к соблазну народа. То есть даже если он одного человека наказывает, то это может быть для блага всех людей, которые управляются неким лицемером, то есть человеком, который внешне праведен, говорит очень добрые, правильные, красивые слова, а жизнь его прямо тому противоположна, и, соответственно, его правление губительно для его народа. И дальше речь Елиуя, это уже 35 глава, вторая речь Елиуя, обращается прямо к Иову, говорит, что считаешь ли ты справедливым, что сказал «я правее Бога». Ведь он доводит мысль Иова до конца. Ведь большинство людей, даже высказывая какие-то мысли, до конца их не домысливают. И поэтому, не понимая всех последствий и своей мысли, и своих дел. И в данном случае речь Иова о том, что пусть Бог со мной судится. Я ничего не сделал плохого, со мной поступили несправедливо. Ведь что тем самым Иов говорит? Что он праведнее Бога. Он праведен, он все исполнил, а Бог неправеден, потому что он его наказал. И тем самым он говорит, что ты, по сути дела, ставишь себя выше Бога. И какой справедливости, какого воздаяния, какого милосердия ты ждешь от него? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на все это. Ведь я говорю, что Бог не дает мне суда, Он не видит, что со мной происходит, раз я вынужден страдать. Хотя ты сказал, что не видишь его, но суд перед ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его и не познал его всей строгости, и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова. Он говорит, что эти слова, которые говорит Иов, могут быть для Иова последствия отразиться еще худшими бедствиями, чем те, которые он уже претерпел. И дальше он приводит примеры, как жизнь человека приводила его к различным бедствиям. Говорит, что бывает с лицемерами, которые питают сердце гнев и не взывают к Богу, когда он заключает их в узы. То есть человек попадает в стесненные обстоятельства не просто так, вот он лицемер, в данном случае приводит пример Елиуи, но не хочет раскаяться, он думает, что он прав. И он говорит, что они питают поэтому в своем сердце гнев, и поэтому душа их умирает в молодости. Человек-то может еще дольше жить. И конец речей Елиуя очень прост. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. То есть не наказывает просто потому, что кто-то нарушил какой-то закон. Посему да благоговеют перед ним люди,
и да притрепещут пред ним все мудрые сердцем». Мудрый сердцем трепещет перед ним, и поэтому избежит наказания. А если и бывает наказуем за свои грехи, а они есть у всех, то он всегда осознает, исправится, поймет этот голос Божий, обращенный к нему. Поймет, что эти наказания ему напоминание о том, что есть все-таки что-то, что в его жизни нужно исправить. Вроде бы несколько иной подход ко всему произошедшему, но последующие за этим речи Бога, они показывают, что до конца не понимали ни Иов, ни его друзья, ни Елеуй всего того, что происходит. Ну, оно и понятно, ведь если Бог сам не открывает истины, вне откровения сверхъестественного, мы не можем в полной мере познать истин, касающихся и Бога, и человека. И поэтому в чем-то был прав Иов, в чем-то правы его друзья, в чем-то прав Елеуй. Но вне откровения Божия сверхъестественного до конца они не могут все понять. И поэтому Бог обращается сразу ко всем. Священный писатель говорит, что Бог отвечал из бури Иову. Почему Иову? Потому что да с него-то и началась вся эта беседа, все это выяснение вопросов о человеке, о смысле его жизни, о смысле страданий и вообще обо всем том, с чем связана жизнь человеческая, и это, и будущее. Сначала он отвечает на слова Иова о том, что с ним поступили несправедливо. И он в сущности подтверждает то, что говорят его друзья. «А разве ты знаешь все, что привело тебя к тому, что происходит? Ведь разве ты можешь познать суть Божию? Кто ты, омрачающий провидение словами без смысла?» И он говорит, кто ты такой? Разве ты видел, как я творил мир? Кто проложил меру земле, знаешь ли? Или кто положил краеугольный камень земли при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. То есть он говорит Иову, что таким вот риторическими вопросами приводит к мысли, что ты даже здешнего, земного, что земли касается, не знаешь. Ты до края горизонта не дошел. Ты знаешь все, ты дошел, ты все знаешь. А если не знаешь то, что здесь на земле, как ты можешь знать то, что касается Бога? Ты знаешь этому, потому что ты был уже тогда рожден, то есть в вечности, и число дней твоих очень велико. То есть мы видим очень часто этот прием Соломона, саркастическое прославление некоего персонажа, ошибающегося в своих словах. И он говорит, разве ты можешь связать узел Хима и разрешить узы Кисиль, это созвездие? Ты звездами можешь повелевать? Да, конечно, не можешь. Конечно, не можешь. Хорошо, это небесное. А вот земные дела. И он его спрашивает о земных животных. Что ты знаешь о них? И этого не знаешь. А может быть, ты это дал животным все, чем они украшены? Павлину перья его и пух страусу. Не ты? А как же ты тогда судишь, не знаешь, как судить о земных вещах, как ты судишь о небесных? Будет ли состязающийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды. Но более не буду. Иов признает свою неправоту. Он не может познать промысел Божий, потому что он не может рассуждать о небесном, не зная даже земного. И дальше Бог обращается к нему, рассказывая, говоря о том, что даже вот она, земная жизнь, наполнена какими неизвестными чудесами, и ты ничего не можешь сделать с ними. И
Эти все речи, которые обращены к Иову, довольно длинные, заканчиваются еще словами, обращенными к его друзьям. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих», он обращается к старшему из них, к Элифазу Фимонитянину, «за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Действительно, в данном случае подтверждается правота Иова, но относительная правота Иова, потому что все предыдущие речи были Бога обращены к Иову с обличением Иова за его неправоту. А вот его друзья еще более были неправы. И говорит о необходимости: принесите жертвы, ведь вы привыкли с Богом рассчитываться при помощи жертв. Возьмите эти жертвы, но не сами их закалите, отнесите к рабу моему Иову. А это был очень важный знак в том мире, что они тем самым признавали его духовное превосходство, как в свое время десятину дал Авраам Мелхиседеку, тем самым признавая его чем-то большим себя, когда меньшее от большего благословляется. И когда Бог повелевает им отнести свои жертвы Иову, чтобы он принес жертвы их, тем самым он показывает его духовное превосходство над ними. «Раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне». Этим самым заканчивается, по сути дела, беседы и речи. Но на что обращали внимание древние толкователи? Бог говорит Киеву, притом обличает его, обличает потом его друзей, но кого? Троих. А вот Илиуй ничего не возразил. Почему? Потому что Илиуй больше всех их, ближе всех их, приблизился к подлинному пониманию природы человека и его взаимоотношениям с Богом. Бог относится к греху как к болезни и хочет человека исцелить от этой болезни, чтобы он и не только в вечной жизни соучаствовал вместе с ним, не погиб, но и в этой жизни насладился той радостью, ради которой и был создан этот временный мир, о котором Бог при сотворении сказал: «Вот все хорошо весьма», и отдал человеку со словами, чтобы он пользовался всем этим, что в этом мире есть. И поэтому Илиую Бог ничего не возражает, как будто он ничего не говорил. Эпилог говорит нам о том, как Бог благословил Иова, он стал родоначальником нового племени, все вернулось ему во многократных размерах, и умер Иов в старости, насыщенной днями. Наш текст еще имеет приписку. В славянской Библии книги Иова имеются следующее добавление. Добавление из некой сирской книги, это из Пешитта. Здесь указаны родственники Иова, род, клан, племя, к которому он принадлежал, которое произошло от него, а на Востоке знали своих родственников до очень глубоких колен. И на Востоке это было записано, и мы благодаря этой приписке, в принципе, можем высчитать время, когда происходили все записанные события. Книга Иова нам раскрывает очень важные моменты из духовной жизни людей еще до законного времени. Но так как она написана Соломоном, она открывает нам и показывает нам веру, вероучение, нравоучение людей же подзаконных, людей, принадлежавших к ветхозаветной общине спасения, показывает то, как они видели себя в этом мире, видели свои отношения с Богом. Эта книга вместе с книгой Экклесиаста, она нам говорит и о тех важнейших вещах, которые с веками в сущности остаются прежними, потому что остается прежней и природа человека, которая преображается лишь только во Христе
и мы имеем возможность этого преображения через него. О том, что сказано в оставшихся учительных книгах Ветхого Завета, мы с вами поговорим на следующих лекциях.